Вечером 30 ноября в Калязинском районе области вылетел в кювет автобус Volkswagen, следующий из Рыбинска в Москву. Авария произошла на 109-м километре автодороги Сергиев Посад, Калязин-Рыбинск-Череповец. По данным ГИБДД, водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, неправильно выбрал скорость, в результате чего не справился с управлением. Как пояснили в управлении ГИБДД, автобус осуществлял заказную перевозку пассажиров. В результате аварии пострадали два человека. У людей травмы различной степени тяжести. С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователям Кашинского межрайонного следственного отдела регионального следственного комитета организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Утром 2 декабря на пересечении улиц Туполева и Маяковского столкнулись две иномарки, оба автомобиля «Рено». Когда мы приехали к месту столкновения, один из автомобилей стоял на перекрестке, другой въехал на тротуар. Именно эта иномарка шла по Туполева со стороны речного вокзала в сторону Силикатки. Этот автомобиль такси вез пассажирку. Вот я выскочил, да, светофор там зеленый горел, 2 секунды. Я проехал на 1 секунду, и она раз выскочила, да, назад. Я раз не успел, короче, направо взял, короче, она раз меня ударила. Я прямо поехал. Ну, в этой ситуации кто прав, кто виноват, по-вашему? Конечно, я думаю, что я прав. За рулем второго из столкнувшихся автомобилей находилась женщина. Ее представитель сообщил патрульной службе, что машина стала переезжать перекресток на желтый для главной дороги сигнал светофора. Она говорит вообще, что якобы уже желтый даже загорелся. Уже желтый там загорелся, да, в такой машине? Нет, ну вот отсюда, она же светофор наблюдает, вот так вот. Вот так вот было, да. Желтый свет. За медицинской помощью участники аварии не обращались. Кто прав, кто виноват в столкновении, выясняют сотрудники ГИБДД.